Немецкая супермодель Хайди Клум все чаще появляется в компании своего бойфренда, 29-летнего гитариста Tokyo Hotel Тома Коулитца. Роман, который завязался в 2017 году, перерос в серьезные отношения. И хотя влюбленных периодически критикуют за разницу в возрасте, Коулитц моложе своей избранницы на 16 лет, они наслаждаются обществом друг друга и демонстрируют искренние чувства. Так их совместный поход в магазин выглядит почти по-семейному. И Том, и Хайди выбрали для этой вылазки непринужденные наряды. 45-летняя супермодель появилась без макияжа и была одета в длинное серое платье Adidas, спортивные штаны и кожаную косуху. Коулитц тоже оделся скромно, черные джинсы, белая футболка, джинсовая куртка. Вместе с парочкой был 13-летний сын Хайди, Генри Самуэль. Вид Хайди удивил пользователей сети. «Она выглядит так просто. И это супермодель», — недоумевают комментаторы на Daily Mail. Часть из них предположила, что Клум беременна, иначе бы она не выбрала такой мешковатый наряд. Кое-кто даже рассмотрел через трикотажное платье округлившийся живот. Не исключено, что слухи окажутся правдой. Модель и музыкант, похоже, совсем не расстаются. Уже очевидно, что Рождество они будут справлять вместе. Возможно, к ним присоединится брат-близнец Тома, Билл Коулитц.